Всем привет, с вами Анималити, и сегодня я хотел бы высказаться по поводу горячей, но печальной новости, появившейся буквально вот на днях, но если говорить конкретно, то 17 часов назад. Ссылка на новость будет в описании. Итак, случилось, пожалуй, то, что должно было случиться рано или поздно с любой онлайн-игрой, которая находится долгое время в замороженном состоянии, не получает обновлений. Фактически прекращается ее поддержка. Об этом сообщили разработчики на официальном форуме игры. То есть, можно сказать, пятницу, находящуюся в полумертвом состоянии, лежащую в коме, отключают от аппарата искусственного жизнеобеспечения. Так делают обычно в медицине, когда шансов на возвращение пациента в наш мир крайне малы. Чаще всего это заканчивается смертью, а в очень редких случаях человек продолжает жизнь, но еще реже со временем все-таки выходит из комы. С пятницей примерно такая же ситуация. Давайте подробнее посмотрим суть сообщения разработчиков. Здесь мой вольный перевод, некоторые моменты я специально опустил, чтобы не тратить ваше время. Поехали. Следующий патч, который выйдет в ноябре, будет последним патчем и одновременно отключит выделенные сервера игры. При этом вся статистика и опыт будут сохранены. Фактически, игра вернется к стартовому состоянию, когда выделенных серверов и не было. В качестве хоста выступал какой-либо игрок. Тут я хочу кое-что добавить от себя. Очень надеюсь, что хостом будет все-таки маньяк, иначе опять возникнет очень глупая ситуация, когда убитый вожатый, не зная, что он хост, а может и зная, но просто не желая ждать еще 15 минут после своей смерти, берет и ливает из катки, и тем самым матч прекращается для всех. Хотя учитывая, что маньяк определяется только непосредственно после начала матча, а не в лобби, скорее всего будет возвращена вот эта самая старая система, совершенно кривая, глупая и неудобная. Итак, продолжим. Играть через быстрый поиск и частные матчи можно будет как и раньше, но без выделенных серверов. Патч ноут выйдет примерно за неделю до патча, будет исправлять огромное количество багов и прочих проблем. Форумы игры будут закрыты, при этом они будут доступны для чтения сообщений за прошлые годы. В социальных сетях будут публиковать какие-то материалы, но вроде редко, в целом вроде как тоже подзабьют, но просто не хотят открыто об этом говорить. При этом при всем игрой будут продолжать торговать. Можно отправлять репорты на сайт Jason Kills Bugs и получать какую-то поддержку. Какую именно, не совсем ясно. Двойной опыт и прочая хрень вроде как сохраняются, а вроде и нет. Да в общем-то похрен, совершенно без разницы. Ну и в конце сообщения разработчики всех благодарят, просят следить за обновлениями в социальных сетях и надеются на понимание. Ну что тут сказать. Rip in Peace, пятница 13. Игра дарила много клевых эмоций, да и до сих пор дарит. Играть в нее на стримах также по-прежнему весело и интересно. Но как и отмечено выше самими разработчиками, в таком виде игра больше существовать не может. Поддержка серверов без притока финансов от покупки DLS или новых копий игр просто бессмысленна и уходит для разработчиков в минус. Поэтому, пятница, ты была лучшей в своем роде. Мы запомним тебя такой, какой ты была.
если серьезно, то пятница была и остается очень увлекательной игрой. Включение выделенных серверов, конечно, негативно скажется на ее состоянии, но ничего радикально плохого не произойдет. Я, если честно, даже не знаю, когда там выходил последний патч, и поэтому их отсутствие нисколько не повлияет на мое решение играть в эту игру дальше. В любом случае, игра будет жить и дальше, пока есть такие, как мы. Любители офигеннейшей атмосферы 80-х, слэшеров, упругой попы Тиффани, веселого и задорного асимметричного геймплея. Так или иначе, не унываем, а продолжаем играть в нашу любимую игру. Ребята, большое спасибо за просмотр. А что вы думаете по этому поводу? Пишите ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Twitch канал, где мы регулярно играем в эту замечательную игру. И также не забывайте ставить лайки. Пожалуй, все. Увидимся на стриме.